Огромное удовольствие получили женщины от просмотра праздничного концерта, посвященного дню 8 марта, который прошел в Камрадском дворце культуры. Красочное поздравление получили жители и гости города от артистов муниципального театра. От имени руководства города всех поздравил заместитель примара муниципия Камрад Георгий Сары. Счастья, удачи, долгих лет жизни, чтобы вы всегда радовались и радовали своих близких. Дай Бог вам здоровья, удачи и мира, мирного неба. Хотелось бы пожелать вам приятного просмотра, чтобы вы учились в хорошем, позитивном настроении. С праздником вас, дорогие женщины! Участницы праздничного концерта получили в подарок от примарии цветы, а артисты, в числе которых известные детские и взрослые художественные коллективы и исполнители Гагаузии, преподнесли зрителям яркие выступления. Настроение у всех присутствующих было самое позитивное. Все женщины уходили с концерта в предвкушении праздника, поздравляя друг друга. К их поздравлениям присоединились и мужчины. Я бы хотела поздравить всех своих родных, знакомых с этим прекрасным праздником, Международным женским днем. Хочу пожелать огромного счастья, мира над головой, чтобы наши женщины всегда улыбались, чтобы их родные и любимые всегда их радовали и были всегда рядом с праздником. Поздравляем вас всех с 8 марта, мам, бабушек. Спасибо за счастливое детство. Спасибо, что родили нас, и желаем вас, чтобы вы никогда не болели. Я желаю всем любви для всех женщин, чтобы они были счастливы и здоровы. Я бы хотел поздравить всех женщин с 8 марта и пожелать всего самого наилучшего. Я хочу поздравить своих родных, близких, друзей с 8 марта, пожелать здоровья, счастья, удачи, всего самого наилучшего. Всем женщинам в этот замечательный праздник я бы пожелал им крепкого здоровья, счастья и как можно больше любви. Всем здоровья, счастья, успехов. Самое главное, дорогие женщины, счастья вам, здоровья. Всем близким, мамам, деткам, девочкам, своим любимым, знакомым, самого-самого главного счастья и здоровья. Я считаю, что это самое главное в жизни. Здоровье, счастье, любви и всего самого наилучшего. Счастье, любви, здоровье всем женщинам и самым их любимым людям. И крепкого здоровья, чтобы все было хорошо у них, горя не знали в жизни, бед не видели. Любви, счастья, здоровья. Я поздравляю тебя, мама, с 8 марта и желаю, чтобы ты всегда была здорова. Моя мама самая лучшая. Мама, крепкого здоровья, счастья, любви. Чужим бью все сля. Телекомпания АТВ присоединяется к поздравлениям. Дорогие женщины, пусть исполнятся все те пожелания, которые вам были адресованы в нашем репортаже, а также воплощение в жизнь самых смелых желаний, о которых вы мечтаете.